пришлось мне выскочить на берег, потому что тут что-то произошло неприятное. Услышал я этот рев. Думал, тут залом вообще глушниковый, ну пройти можно, хотя опасно, будет крутить. Выскочить так, уйти вправо. Там нормально вроде, да? И вон дальний, ну дальний хрен с ним уже. Перегребу я в эту сторону. Да, вот такие вот приколы. И вот все вывалено. То есть сносило деревья полностью. Поедем сейчас делать. Прохождение сложного двойного залома переката. Да, адреналинчик, очково. Вот что там творится. И теперь от того уходить туда надо. Еще запах свежей хвои. Это кедрач такой разлапистый упал. Кедрач и елка. Кедр, елка, обалдеть. Там тоже что-то гигантское. Так, несет меня, чтобы не залететь. Самая страшная боковая волна. Сбавляем скорость. Потому что она может так в бочину ударить, перевернуть. С того переката ухожу дальше. Там тоже надо вывернуть. Вон она. Раскачивает мой Ванькистан. А там тоже черти че. Да, пренеприятнейший. Но это свежак уже, такого не было. Ага, там тоже залом. Ёпана. Надо уходить за тишок просто. Охренеть. Да, коварство какое. Там выкидывает на нее прям. Вот она гора. Нелегко же ты даешь, а? Так, и дерево наклонено.